Hello, ребята. Так, ну что, сейчас Саня едет. Посмотрим, что сегодня можно будет вырвать с барахолочки. Ничего дорогого не хочется покупать. Надо что-то дешевенькое. 100-рублевое. Товара. Товара очень-очень много. Ну, все нормас будет. Та-та-танс. Скоро пробежечки. Бой с тенью. Ну, бой с тенью я делаю, в принципе, каждый день почти. Ну, пробежечки. Спрашивал подписчик по поводу, опять же таки, стоит ли заниматься вот сейчас, начинать антиквариатом. Ну, я уже 100 раз повторял. Эта область, она неискоренима. Постоянно можно заниматься и зарабатывать очень хорошие деньги. Второй вопрос. Сколько вы вложите, какие ваши надежды и как от 10-20 тысяч толку, честно, ну никакого. Вы же ролики мои смотрите. Минимум сотня. Сотня это так. А лучше 300 тысяч. Вчера задали вопрос, очень хороший, кстати. Вот мне нравятся такие грамотные вопросы. Почему я не покупаю товар по интернету и вообще предлагают ли мне его? Конечно, ребята, каждый день предлагают товар, но какая ситуация? Товар мельчайший. Давай, дед, купил уже, тот, сколько он? Редкий, кстати, вот Саша принес подстаканник, 2000 гривен. Очень редкий. Называется пряга. Это стык. Вот. И люди спрашивают, присылают ли мне товар. Да, его присылают каждый день, но вот смотрите, как получается. Присылают там 2 единицы, 3 единицы. Почта настолько дорогая, что нету смысла его перенаправить. Вот буквально вчера мне парень прислал там герб такой красивый, он 3 килограмма чугунный весит. Потом люди прислали мне еще там 3 предмета на... Ну, присылают вот реально каждый божий день. Ну, не прям не массово, но 1, 2, 3 товара по-любому. Но, опять же, почта. Почта, ребята, денег таких стоит, что вот ты... Предмет, потому что увеличивается. Да, парень мне вчера... вот вспоминаю, кружка немецкая. Балерина немецкая. Ну вот опять же, вот за сколько покупать? Вот кружка будет стоить мне в Харьков 100 гривен. 100 гривен. А за сколько ж? Вот я ему говорю, 200. А он, лучше я буду пить пиво. Да, согласен. Ну такие вот. Поэтому отвечаю на вопрос. Лучше работать по месту. По месту звонят много, но тоже вот по объявлениям херню предлагают, такую херню, что просто ни хера не хочется. Да, ну все, мои хорошие, то мы тут топаем, чтобы у меня не было отдышки. Пошла массовка. Есть миллеры? Есть. В этом оно как в золоте. А, золото. Да. Ну, позолоченные. Валера сделал часики, ребята. Вот так вот. Идем к дяде Аджи. Тут камни? Да. Это немало? Это много. Если продашь. Да. Слышишь меня? 2000. Долларов. 100. Долларов. Пока, чтобы он не ушел. Дядя Аджи. Здорово, братанчик. Услышал? Да. Он не шутит, он вообще никогда не шутит. Это страшный человек. Да, братанчик. Да. Что еще? Улетает. Рубин. Новый.
рубинчик. Hi, kids. Kids? А вон, смотри, мужчина что-то выкладывает. Глянем сейчас. Пьем кофеечек, ребята. Сегодня движуха будет. Эдди. Заводной. Ну, говорит, что это 60-й, 50-й. Ну, где-то так, да. Ну, он... уйдет. Друзья, я купил два самоварчика. А где ключ? А, все есть. Я купил два самовара. Хорошеньких, электрических таких. Восточного. Не, такие, честно, не встречал. Да, их я сам видел так, на картинке. На картинке? Да, я первый раз увидел. Коля. Написано Коля. Коля, да. Коля сказал, нафиг мне часы, хочу бабок. Жаль, что я не Коля. Так бы подарок, может, какой-то был бы. 18 камней. Мне кажется, циферблат тут можно помыть. Не, было. Не? Уже все, да? Я попробую его чуть-чуть, ванночку положу. Пойду это. Машинки? Вообще. Я просто можно? Их готовлю. Конечно. Секунду. И это нормально. Ну, уже делается, понятно, уже сейчас все это. Hot Wheels. Hot Wheels, да. Ну, такие ты продавал? Конечно. Я да? Постоянно продаю, да. Да? А ну, эту, да? Бери все в это. Смотри. Не, я просто не могу понять, какой тут... А, он вот уже забрал это. Понял, пошел. Какая тут идет? Крючатка кому-то, я это понял. Закручивай. Да, ага, ага. Что тут за... Вентези. А чье производство тут? Это уже, ну, все производится в Китае. А, китайское все, да? Да, ну, а. Все бренды, понял, Германия, Франция. Не знаю, да? А, еще желтенько. Конечно. Тоже Hot Wheels, Welly. Вот это знаменитая марка. Ну да. Hot Wheels. Япония. Да, шикарный, вообще шикарный. Вообще шикарный. Просто. Охеренный. Все. За 500 купил такой. Ага. Да. Ну там Варшава написано. Не, он перекупщик, он ходит, нет, бля. Я понял, я вообще говорю, какие что? Вещи попадают? Я же бабушке купил, типа. Я же говорю, конечно, блядь, за 500 купил. Так, ребятки. Медаль за усердие. Николай II. Бронза. Найден вместе с серебряным крестом. Дом сгорел. Медалька такая, называется частный чекан. Ручка зоновская, пересохшая. Саня заказывает мясо. Шашлычок. Здравствуйте. Скажите, заказать тамашечка можно? Для сохраны. Полтора килограмма красного соуса. Полтора килограмма. 12 часов можно будет? И лаваш. Лаваш. 12. Получится? Мясо. Не, мякоть. А надолго вообще будет он? Разбор. Нету мяса. В стране кризис. Да, все, спасибо. На все, 12 мы уже будем мясо кушать. И лаваш, и рад? Соусы. Я что, не рад. Надо взять 55 грамм взять. Сразу мясо. Мясо. Видишь, любит. Вот так у меня спонтанно. Раз, раз, раз. Мы к уткам пойдем. Так, друзья, такие вот два самовара. Здрасте. Вылизанных купил. Шикарненькие. Мишку ему не фотографируй. Мишка уже давно сфоткан. Так, ребята, Женя предлагает. Так, вот это получается, товарчик нам. Пили, да? По, типа на это через типа нос. Она лила. Закрыта, да. Вот лишь тут и тут. Она вставляется в бутылку любую. Ты наливаешь, и он пиздячит. Через нос, а бывает через затылок. Нос, а не, подожди, а вот затылок это как воздух. Подсоску. Это как воздух. Расческу покажи. Не, ну открой. Так. Ага.
А там же вот это бумажки разные. Угу. Все. Больше ну, это ничего. Тогда я жалюсь, помню. Так, мои хорошие, ну что, едем за мяском. Саша угощает. Опять я. А, или я. Опять я. Как все это можно? Мы что, мы пьем сегодня? Мы сегодня пьем и танцуем. Покупочки, в принципе, все показал. Что мы там уже не в конце подкупили. Ну, такое, ребята. Ну, не какашка. Не знаю, понедельник будут закрывать или нет. У меня, не знаю, завтра, послезавтра, может, и пойду, может, не пойду. Если сегодня еще обналичусь, то пойду. А может, и не пойду. Не знаю. Вот. За погода хорошая, в принципе, должно что-то быть. Да погода хорошая, товары. Ну вот сегодня пятница, ну что, бомба. Еще мы купили. Сколько мы потратили? Купили. В общей сложности. Ты на сколько купил? На 400 гривен. На 400 гривен. А я 600, 700. А не, я на 1000. 100. Mm-hmm. Медальку купил же. Золотую. Салам пополам. Золотую. Так, мои хорошие, ну что, Саша опять угощает мясом, приятно, пивко, салатик. А боржом? Да, боржом это вообще святое, это что? Без боржоми мясо не идет, да? Ваш мультик. Сегодня мы пьем пивко церковное, мяско, смотрите какое, о майн год. Только пожарили, вот только-только-только занесли. О майн год.